Приветствую, друзья, на канал WebPlay, меня зовут Владимир. Сегодня мы продолжаем игрушку под названием Surviving Aftermath 8 обновления Загрязненная Земля. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Итак, друзья, что мы сегодня наметим? Я думаю, сегодня мы наметим изучение нашей ветки по пище, наверное, скорее всего, да, добьем пищу, построим еще одно сражение, которое у нас не было доступно в предыдущем патче, да, вот это у нас погруженные насосы, да, обучение поваров, но это уже у нас получается, мы будем строить столовую, ну и будем кулинарно добьем и посмотрим уже, как там будет у нас происходит все это в дальнейшем, да, так что у нас сейчас изучается улья с подогревом, опять же, вот это вот здесь, да, потом будем по гастрономии, это у нас пекарня, мельница, потому что мы, друзья, посадили с вами пшеницку, вот она здесь, у нас здесь выращивается она, да, так что все отлично. Такс, задавали мне вопросы по поводу населения, какое максимальное допустимое население, друзья, точно скажу, не знаю, потому что разрабы ничего по поводу этого не говорили, и я доходил до 110 колонистов, да, и тогда уже я заканчивал игру, потому что уже не было смысла, потому что было максимально развито, возможно, можно больше, ну, не знаю, вот сегодня как раз и проверим это дело, как это будет выглядеть, или там 10, не 10, посмотрим, да, потому что я точно не могу, не буду его орать, потому что, ну, я не знаю точно, сколько там будет, ну, посмотрим, проверим. Так, женщина, ты можешь еще раз залезть туда, да? Да, и все, ты уже больше не будешь лазить. Потому что нужны нам очки, это все понятно. Короче, дальше идем обратно. Да, сегодня будем тогда строить пекарню. Ну, все по гастрономии, чтобы наши люди кушали, питались хлебушком тепленьким, жареным. Ну, вот, все как полагается. Я думаю, где-то еще у нас хватит где-то материала на пару серий, я скорее всего так думаю, потому что у нас осталось не так уж много, что изучать, да, у нас осталось вот здесь чуть-чуть, да, добить, здесь уже в производстве у нас все добито, мы построили производство электроники, да, ну в колонии чуть-чуть есть, да, тут стеллажи, простые украшения, ну и здесь развлечения. Я скорее всего думаю, что еще одна серия это будет, это точно. Потому что в одну серию впихнуть, конечно, можно это вырезать все, и так далее и тому подобное. Насчет баньки, друзья, нам надо еще одну баньку построить, и мне тут написали, чтобы давайте построим баньку в лесу, да, ну, у меня не проблема, я могу где-то сюда его сгубенить, и как раз здесь у нас получается, у нас есть куда его засунуть, но все равно надо баньку одну еще поставить, некоторое количество деревьев мы потеряем, конечно, вот, где-то можно даже как-то, честно говоря, знаешь, вот, ну ладно, вот сюда можно запихнуть, не так уж много мы ее потеряем, деревьев, да, но все-таки... Вот сюда забухнем, тут эта парочку деревьев улетит, да, но это не страшно. И заодно нам сразу надо будет оставить уже и насосы, не насосы, а бачки, бочоночки, водонапорную башню надо будет поставить. Ну, водонапорную башню поставим где-то мы здесь, чтобы не терять ресики, да, вот здесь сюда поставим ее, пусть они здесь строят ее. Потому что здесь, ну ладно, мы тут чуть-чуть только где-то пару деревьев мы профукали, как говорится, да, но это не страшно. Вот, влюбаем вторую скорость и поехали. Так, дозорно заметили группу людей, ползущих к воротам. Что вообще происходит? Опа. Так, к воротам колонии в самом деле проделал группа людей. Еще не больше, что на них совсем нет одежды. Загадочные гости разобрались вокруг себя какие-то вещи, которые им, судя по всему, больше не нужны. Один из них делает шаг вперед, задирая нос сверху, смотрит прямо в глаза. Рычит он. Ёпты. Рычит он, короче. Он рычит голый, да? И что? Ну, дадим ему, давайте, сука, у нас одежда, блин. Торговать с ними, почему, какая разница? Что мы сможем с ним получить? Что у нас более продуктивно будет стоить больше денег? Инструментов у нас не... Торговать с ними. У меня инструментов же нету. Как я могу торговать, я не понимаю. Ладно, берем тогда 20 картошки. Гость не бросается на еду сразу же, как только Сашка колонист оставляет на земле на каждом пару. Он теперь это похудеть даже пускать пару пошли. Затем убивает оттуда выпущенный. Ну, что есть смысл? И что? Я ничего не получил от этого? Вот это поворот. Вот это поворот. Так, по статистике пробежимся, друзья. Не согласен, у нас появилось, потому что мы торговали, походу, с кем-то, или мы кого-то приняли, я точно не помню уже, вот. С людьми 6 детей еще у нас, по статистике у нас 22 смерти, костров пережито 10, всего поражавших вам групп 20. Ни одна группа еще не умерла, это радует, да, потому что, ну, большой аккумулятор. Ах, да, блин, тут же целое строительство, блин, происходило.
большие аккумуляторы. Один, да. Ага, мне хотел, наверное, бы еще был один построить, чтобы у нас наверняка все было здесь чики-пуки, да, вот так сюда, хопа. Раз и сюда. Ульпа с перегревом изучены. Гастрономия изучаем и сразу же будем потом строить пекарню. Так, это здесь у нас обучает, так, это здесь строится, все отлично, все нормально, у нас все пока что хорошо. С едой у нас тоже нету никакого избытка, недостаточно стройматериалов, чего именно вам недостаточно? Конденсаторов? Комплектующих, да. Ну, комплектующие, это понятно, у меня комплектующие здесь тусят, с этим чувачком. Так, ты, короче, подруга, блин, машину прыгай, я говорю. Чувак, ты собери вот это, 200. Ну ладно, соберем и потом отправим их домой. Предварительно проверим эту всю тему здесь. Ну и посмотрим, как это получится. Так, а что еще? Почему ты еще хочешь? А, машина еще не отъездила. Ну ладно, это, вот это тоже не могли исправить, потому что 6 очков, я понимаю, что надо как-то их использовать. И, ну, в данной ситуации нам это не нужно. Обеззараживание. Потом сюда еще поставим одну большое есть. Окей, у нас хорошо все. Так, что у нас с людьми? А здесь один человек, давайте второго человека поставим сюда. Потому что так долго происходит. По поводу вот этого я так еще не допер, потому, как видите, у нас пройдет 70% пытался по-разному ставить. Вот здесь я, знаешь, вот только сбоку получилось. Я потом поставил металл здесь, вот, например, вот, да, вот тут получается. И 48, и я вроде бы по центру поставил, да, вот, плюс-минус, да, где-то вот здесь валяется, и нихера. Так что здесь. Редкий металл, нормально, активно все добывается. Ну, у нас редкий металл достаточно. Кстати говоря, может, и конденсаторы можем купить, посмотрим. Комплектующие, всем конденсаторами их называем, не знаю почему. Нет, ну, мы тут что-то с ними торгуем, скорее всего, этим и торгуем. Ну, ладно, подождем, пока они дадут до нас. А, придут, выгружаются у хранилища ворот. Окей, я понял. Здесь еще не резнули, да? Нет, не резнули. Эта машина еще мне компостирует. Так, гастрономия учится. Так, а здесь у нас сколько человек? 2, здесь 3. Ну ладно, пусть будет 3. Банька сейчас построится, останется 2 носильщика. Акваферма. А почему у нас тут ничего не происходит? Пацаны, вы что там, прохлаждаетесь? Не понимаю, что происходит? Да, я понимаю, может, некоторым, говорится, не понравится то, что у нас нет никого и по зелени, да, и так далее. Ну, скажу честно, да, друзья, извиняюсь, то, что в том моменте пока что, конечно, легче будет, когда делать, например, да, тогда можно, конечно, поставить зелень и все остальное, далее подобное, но я в этом сейчас смысла не вижу, и поэтому мы это и не делаем, да, на данной стадии. Потом, конечно, можно, да, как-то этим увлечься, да, там, озеленением, всякая разная вещь туда поставить, деревья посадить, там, кстати говоря, друзья, а вот памятники там нам нужны. Насчет памятников, я говорю, памятник там нам нужен, друзья. Он же улучшает, как говорится, мораль наших людей. Вот сюда мы поставим памятник. И здесь уже можно, друзья, можно здесь поставить некоторые вещи, которые чисто для декора, да, которых у нас... А, есть, все-таки есть. А это можно загубить? Нет, нельзя загубить, слишком большое. У нас еще так, ну вот факел, например, один, другой, и каких-то, не знаю, кустов посадить сюда. Чтобы несколько посадить таких кустов, нажимаете, друзья, shift просто, да, и не отпускаете, и ставите, как вам нужно. Вот, отлично, замечательно. Замечательно, так, хорошо. Дальше, что у нас? Ну, пусть это строится, у нас это будет дополнительно строить. А почему здесь что-нибудь происходит? У нас же бенз есть. Хм. А, значит, то еще никто ничего не принес. Я понял, так. Строение... Ах, вот в чем прикол. Так, что здесь не хватает? Дров. Не, дрова есть. Вода есть. А что нету? Ждать ресурсы, все понял. У нас просто людей нету в определенном количестве, потому мы тут сейчас мучаемся. Нам нужны люди, так, у нас здесь 4 на воротах, да? Отлично. Так, дальше, значит, так, это... А, резнулись, надо сюда. Давай женщину вытащим сюда, пусть она проверит территорию. Вот эту.
И ты, мужичок, давай, забери последние очки. И проверим вот эти два района, и тогда уже направим их домой. Потому что здесь кажется, а может быть здесь еще будет какой-то район, не знаю, навряд ли. Окей, ну ладно, идем обратно. Так, что с одеждой? 14 одежды есть, так что нам это не нужно. Так, 14 инструментов у нас есть, одежда у нас есть. У нас здесь стоит, что нужно, ожидать ресурсов, которых у нас опять же нету. Да, нам надо народу побольше, говорится, да? У нас нет таких строений, каких-то, которые не используются. У которых ресурсы, например, закончились. Так, знаешь, что у меня было когда-то... Это как его? Станция по разбору пластмассы где-то. Она была здесь, походу. Нет, не здесь. А где она была тогда, интересно? Ну, давай посмотрим. Потому что я не уверен. Так, это здесь у нас тоже обеззараживание надо сделать. Здесь обеззараживание сделать. Так, здесь все хорошо. Здесь нормально. Ну, вроде бы нормально, да. Вот здесь надо обеззараживание сделать. Так, отлично. Ну, вот где-то... Это строение было, я куда-то ее профукал, походу. Или я у нее снес ее. Так, тут дров, деревьев нету, да? Дров нету, блин. Дружище, значит, так, смотри, иди сюда. Блин, сюда нельзя. Ладно, пока иди сюда, да, блин, далеко им идти на ее хеды. Ну ладно. Мы сейчас еще одну издачку, друзья, где-то ты, это еще одного посадим, вот такого дом лесничего посадим. Посадим. Сделаем. И тогда будем высаживать здесь деревья. То, что у нас только импровизированный лес, да, у нас здесь добываются, охотятся люди, да, и добывают ресурсы. И до сих пор еще ждут пора, блин, это вот это плохо. Мне нужны люди, срочно. Так, иди сюда. Комплектующие, ах ты жопа. Жуки. Блин, и то, конечно, пригодилось бы, ну ладно. Комплектующие, не комплектующие, а металл. Да, у нас тут все очень, как-то мало народу, надо больше людей, и я сейчас по большому счету даже не могу устроить ничего из гастрономии, потому что у нас нет людей. Давай разгрузочную воронку тут сделаем пока что, и будем постепенно долетать до этого места. Так, памятник построен, а тут еще же человек должен работать, ё-моё, давай дети подрастайте уже побыстрее, 6 человек было бы плюсом сразу. Ну, лагерь должен чиститься, убираться, потом почему? Опа, здравствуйте, как только двое детей, значит, будут нормальные все люди у нас. Кто-то умер. Кого-то убили. Короче, кого-то убили. Какой-то нехороший человек пришел. Не зря у нас тут охранный пост стоит, потому что мало ли что, мы сразу можем их от... Ну, по ним пострелять, по большому счету, так сказать, да? Убить. Так, да, заберем этот ресурс. Он на земле не валяется, по большому счету. Заберем этот ресурс еще. Все равно надо сюда идти, открыть территорию, потому что, ну, чтобы не терять... Да и не ходы, и вообще, по большому счету, ничего не терять. Так, здесь до сих пор еще ждут ресурсы. Блин, это долго. И здесь еще до сих пор чистят все. А, твою же дивизию. Так, ладно, тут женщина одна занимается делами. Так, почему... Блин... Куда же я сделал эту шнягу? А, знаешь, что, друзья, он сделал по-другому. Я сделаю сейчас вот так. О, иди сюда, куда ты пошел? Мастерская... Нет, это вот здесь. Переработка пластмассы. Ну, походу, у меня нет, нет этого тела. Нету, я уже все снес. Так получается, да. Так, кстати говоря, что у нас здесь происходит? Почему у меня здесь ничего не происходит? Так, что здесь добывается? Дрова. А где дом лесничего? Лесничий не успевает высаживать деревья. Что здесь у нас? Два человека. Ну ладно, не будем откидывать никого. Пусть они там работают пока что. Так, что у нас здесь по фермам?
Разгрузочная воронка. Есть погруженный насос. Обучение поваров. Давай насос 350, да? Потом у нас получается 350-700. И как раз у нас будет достаточно. 2 дня, 5 часов ее. И там еще нужен компонент. Загрязненные здания, когда они, друзья, достигают 100%, они останавливаются, они не работают, пока они не, ну, пока их не почистят. Не обеззаражат, так говорится, они почистят. Так, ты, женщина, собери это. Потом ты в машину, ты сюда, и тогда вас домой. Там оружие как раз у нас есть, нужно будет для наших охранников, потому что оно со временем портится, да? Ну, скорее всего, об этом уже вы знали, так что вам ничего нового не рассказал. Так, значит, что нам надо сделать? Нам надо еще, блин, как по минимуму еще одну лесопилку поставить. Не лесопилка, а дом лесничего поставить. Дом лесничего, да? Он будет высаживать деревья. Например, вот сюда его поставим, вот так. Друзья, здесь раньше саженцы. Не знаю, насколько это будет продуктивно, но давайте поставим все-таки. И сделаем его на паузу, чтобы люди... Что такое? Бездомные... Абигейл. Как бездомный Абигейл? А, почему я не могу что-то построить? Клё. Так. Ну, чтобы, блять, еще не бегать по кругам. Так, Абигейл бездомный. Как ты бездомная вообще? Лёб Абигейл вообще, что-то офигеть созрело. Так, ладно, тебе дом построим тогда сейчас. Коммунальный. Куда-нибудь. Мне сюда не можете построить, а сюда. Мне сюда тоже не хочу строить. Давай сюда где-то забубеним один дом. Или сюда. Давай сюда забубеним один дом. Пусть будет вот здесь один домик. Так, перейти к слу... Так, хорошо, дружище, ты иди. Ну? Отлично. Что, серьезно? Блин. Не рассчитали, не рассчитали, ладно, ничего страшного. Так, сейчас дом они туда строят, да, скорее всего. Та, блин, металла нет. А, ну 17 металла, да, посмотрим, что можем проторговать здесь. Может, что-то еще можем тут. Вот. Вот, то, что давай торговля, нам вот это надо. Как пить дать, так, 350, давай. Что можем тебе продать, бетон, что можем продать, тебе 83, ну. Подтвердите, что еще можно тебе там скинуть. Пластик, нет, пластик нам понадобится. Вот это можно скинуть, чтобы там не парил мозг. Волокно нам надо, это надо, все это надо. Да больше что-то больше ничего нам не будет сбрасывать. Отдадим 180 монет, так ему все нормально. Закрыть. Назад. Отлично. Подрослевших аналистов 7. Замечательно. Два человека, тут два человека. Пусть они сейчас пока что всем этим вот обеззараживанием займутся здесь. И тогда можно сюда, кстати говоря, вот это построить. Тут нужен бетон, ткань, дерево. Нормально. У нас еще ребенок родился, да? Да, 5 или детей. Так, 420, все, у нас 58, все нормально. Все, ну, типа плюсом идет, все отлично. Так. Следующее, что нам надо сделать, нам надо, друзья, построить, будет мельницу. У нас сейчас вот забывается. Мельница. Что тебе надо? Комплектующие. Вот, комплектующих достаточно. Так вот, тебе можно было бы забубенить. Может, сюда? Вот, отлично. Нам одной мельницы, друзья, будет достаточно. Нам больше не нужно. Потому что, ну...
мы не до такой степени работаем, чтобы обеспечить их так много работы. Так, тут оружие, ясно. Блин, я не смогу ничего сделать сейчас. Я потому что все очки использовал, ладно, подождем. Пока обойдет это все. Кружочек, и все будет шикарно. Так, у нас здесь люди работают, доски эти принесли, все отлично. Сейчас обеззараживание займутся и будет все... А что это вот, что это такое? Лесозаготовочный лагерь, ну давай вот так-то. Сейчас отсюда все же забрали. Только эта деревяшка осталась, ну да ладно. Текс. Здесь ждут ресурсы. Здесь еще чистится, все нормально, замечательно. Все-таки, друзья, люди нужны. Видите, как говорится, люди, люди, они должны здесь. Так, мельница, где мельница? Мельница строится, да? И здесь тоже надо переместить рабочую зону. Вот. Вот так, вот так. Посмотрим, как это быстро. Ну тут вроде бы не плодородная земля, но я думаю, высадят деревья. Никуда не денутся. Текс. Дальше, что у нас с едой у нас есть? Текс, ладно. Окей, что у нас дальше по плану? Так, 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 что мы делаем? А, у нас сейчас строится мельница, которая ждет ресурсов. И значит, она, знаешь, друзья, построить, нам надо построить пекарню. Но опять же, блин, сколько у нас детей? 6 детей, ну, блин, людей не будет опять. Ну, ладно, можем построить одну пекарню. Куда-нибудь ее забубенить. Вот, не знаю. Вот сюда, может быть, вот. Подожди, 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 подожди. Может, сюда можно засунуть. Блин, не хватает места. А сюда? Тоже не хватает места. Ах ты жопа. А сюда? Ну, можно, конечно, сюда его забубенить. Давай так и сделаем. Дорогу проведем сейчас. По идее, мы должны провести дорогу здесь. А, хер с два. Плохо. Значит, а, здесь можем провести дорогу? Нет, тоже можем. Так. А, клини строительство. И значит построим где-нибудь в другом месте его. Так, кухня, пекарня. Ну вот, сюда пекарню можно забубенить, нормально, красава, бодры. Суперски просто. И потом еще поставим сюда кухню. Так, у нас машина готова, едет обратно домой. Следующее, что нам надо построить? А, у нас же кухню надо еще построить. Обучение поваров, вот что надо построить, столовую. Одну. Нам не надо строить столовую, потому что у нас нет людей. Сейчас тут пекарня. Ну, может быть, можно поставить. Два человека будет, нормально, хватит. Текс. Ну, когда-то еще надо будет насос забубенить, кстати говоря, который нам нужен. Пусть он работает. Я, скорее всего, думаю, что он работает без помощи людей. Электрический, как этот металлодобыватель редких металлов, то бишь. Такс. Это до сих пор еще маст. Им не принесли еще ничего. Не знаю почему. А если мы тут второго человека засунем? Ну, я что-то запрезь не поменяется. Да ладно, что с ним? Тогда нас останется 91 человек. Одежда есть, еда есть. Все есть, вода есть, все отлично. Место жителя у них есть, жилья есть. Оу, магнитная буря. Ну хорошо, не страшно, у нас есть в запасе. Ни хера у нас в запасе нету. У нас сколько энергии в запасе? 5000. А 5000 это вообще ни черта. Ну ладно, вода у нас отрубится. Сколько у нас воды в запасе? 3400. Ну, неплохо, 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 неплохо. Должно хватить, по идее. Ничего долгим ехать. Не, денег до катастрофы. Я же еще не построил, блин, эту тему, которая предсказывает катастрофу, блин. А где ты вообще деревья садишь, дружище? Покажи мне, пожалуйста. Все ресурсы собраны. Включить рабочую зону. Вот. Даже можно как-то по-другому что-то сделать. Вот так. Вот. Так, отлично. Надо всю карту почистить. Может, типа... Так, строительство пекарня завершено.
Надо хлебушек, дрова. Дрова очень много используется. Так, что с едой у нас? У нас нету... Пшена нету? Не вижу его. Здесь параметр еда. Значит, еще не убрали, что ли? Нет, не убрали. Ожидает работников. Хорошо. Ждите, уважаемые. Так и это ожидает. Ах ты жопа. Обеззараживание. Так, 3 человека, но надо еще парочку людей. Но у нас пока эти вырастут. 7 детей. Ё. Так, машина готова. У них еще сколько? Блин, 2 раза к нам будет ехать домой. А, кстати, что у нас по торговле? 2 дня, 14 часов. Не знаю, что они там делают. Вот что надо, кстати, говорить, чтобы это не отрубилось. Мы потом отрубим. Что мы отрубим? Мы отрубим фабрику потом. По производству по электронике. Что нам еще надо отрубить? Может быть, это мы отрубим. Да, так и сделаем. Он сколько напотребляет? 12. Это у нас получается 30. Это 42 единицы, потому что же отрубить еще можно отрубить. Это получается 12 единиц. Главное, чтобы вода работала и больница. А это что, тоже потребляет энергию, не? Да. Ах, вот в чем почему ожидает ресурсов 7 из 10, мать. Я ж химкомбинат еще не построил. А подсолнух у нас есть? Да, подсолнух у нас есть. Подсолнух у нас высаживается. Окей. Ладно. Потом еще химкомбинат построим. Ну, не в этой серии, скорее всего, в следующей серии. Потому что там, по большому счету, у нас осталось ничего такого, что связано с строительством, а чисто только изучить. Вот. И благоустройство. Ну, там еще есть, да, конечно, некоторые... Ставить здание по поводу библиотеки и так далее. Тоже может быть, блин, даже на 3 серии хватит, блин, всего это дело, да, друзья? На 2, то бишь, я имею в виду, кроме этой. Ну, посмотрим, как получится, конечно. Я думаю, что это видео где-то тоже сделано где-то полчаса, где-то 40 минут, по большому счету, чтобы... Ну, и начинается. Магнит. Так, отрубаем мы это, отрубаем. Ой, отменить активно. Отрубаем. Что можем еще отрубить? Это можно отрубить. Отрубаем. Это отрубаем. Что еще? Что еще можно отрубить? Вот это надо отрубить. Баха, 114 уходит. Куда? На что так много энергии улетает? На воду улетает, да понятно. На пилораму. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, люди, дети, нормально. Так, у нас на данность... 95 человек плюс 9 детей, это получается, так, 86, 95, да, в общем, 95 человек. Минус 12, не страшно. Тогда можно все это врубить обратно уже, потому что смысла нет, так и так энергии нету. Так, иди сюда. Чтоб потом это не врубать заново. Нам главное сейчас с водой. С водой нормально, у нас все нормально. С водой главное, чтобы кто-то не заболел у нас. Ой, тут травма, йоу. 83. Ну, я думаю, надеюсь, он выживет до этого момента. Было бы как-то печально, если он бы нет, не выжил. Это было бы очень печально. На, еще один хоть и будет хорошо, все. Так, ладно.
надеюсь, что у нас скоро это все закончится, вот это ужасная вещь, которая здесь происходит. По поводу, друзья, тоже еще на следующее обновление, скорее всего, я сделаю отдельный видосик, такой где-то 5-6 минут, что чуваки мне писали, типа, можно как-то там сделать какой-то видосик, типа, по новому обновлению, что там будет внесено, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что-то мы постараемся сделать, там, введем какой-нибудь такой видосик на 10 минут, чтобы рассказать, что и как, и... Тогда вот, и потом уже будем снимать целое, ну, видео по поводу этого всего дела. Так, у нас что происходит? Маленький, ты главное живи, маленький, ты живи. 10-й ребенок. Вау. Ремонт быстрый. Ах ты жопа, не успел разобрать. Ну ладно, построим сейчас его заново. Да, печалька. Ну ладно, это не страшно. Где машина? Машина, заезжай уже. Нам нужны твои ресурсы. Замечательно. 70 запчастей у нас, компонентов. Так что мы построим и батарейки сейчас, и починим все, что нам необходимо. Так, все работает, все замечательно. Значит, так, что можем следующее построить? Можем построить следующее следующее сооружение, называется оно поднапорный насос, друзья. Вот это нововведение тоже, которое было введено в этом обновлении. Мы его куда-нибудь сюда засунем, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так, отлично. И он что он делает? Эффективное устройство для добычи большого количества воды можно построить только на берегу, прекращает работу при аномальной жаре и выпаде радиоактивных осадков. Вот, друзья, такая тема. Производит воды 50 плюсом, расходы лечиста с минус 4. Отлично. Это мы построим. Так, дальше, значит, изучаем и в дальнейшем добиваем уже это. Что это делает? Минус 30 расходу энергии. Это получается где-то будет 3 энергии добываться. Будет, ну, потреблять, скорее всего. Вот, это вообще суперски. Водяной сотни достаточно трех материалов. Чего там? Мол, металла очень много надо. Ё-моё. Ладно, может быть, кто-то продает металл? Давайте посмотрим, друзья. Металл, металл, металл. Никто металл не продает. Ну ладно, черт с ним. Сейчас нам еще принесут комплектующие. Потому что у нас один этот завод вообще нифига не фурычит по этому делу. У колонистов что-то собрание. У них есть для вас предложение. Небольшая группа праздник устроить, да? Ну давай, кукурузы. Праздник кукурузы. Счастье. Бам. Всем. Плюс-плюс, усталость, вымыться не надо, родился ребенок плюс 4, получается у нас еще один ребенок, так, 10. После хорошего отдыха 240, с едой у нас никаких проблем нету, у нас все отлично, с водой у нас тоже никаких проблем нету, сейчас же будет еще больше. Доски, все, единственное то, что проблема сейчас с металлом, ну ладно, с металлом мы разберемся. Так, что здесь с этими, а вот, посадили какую-то деревяшку одну. Деревяшку. Так, хорошо. Что у нас еще здесь? Обеззараживание надо провести этого дела. Так, у нас 5 человек здесь. Там все чинится. Так, все это здесь работает. Пекарня работает. У нас уже есть хлебушек, да? У нас здесь уже первые 10 хлебушков. Так, что следующее? Надо построить нам, значит, друзья. Я хочу построить столовую одну. Бляха-муха, какой он огромный. Ну вот, так. И мы построим сюда, бам, вот такую тему. Столовую сюда. И там у нас будет потом, чуть позже мы сделаем туда рацион из ну, насекомых и так далее и тому подобное. Так, с воды. Надо еще пару бочек, конечно, было бы еще идеально поставить. Вообще было бы шикарно. Так, металл, иск. Так, хорошо, обеззараживание. Отлично, суперски. Так, тут у нас все чинится, здесь все чинится, здесь все моются. Все шикарно. Тут все высаживается, вот тут саженцев, как вы видите, друзья. Саженцы есть, здесь у нас саженцы тоже вот здесь есть. Но тут только нет где-то в этой зоне никаких саженцев. Ну ладно, ничего сделать. Так, ну и что, последние кулинарные технологии. Одно рабочее место в столовой. Это дает 100 очков. И у нас, получается, будет полностью изучена пища, производство.
и исследования. Осталось у нас только в следующей серии исправить будет колонию. Там 250, 350, 400, 700, 1000 очков. Ну, 1000 очков мы добудем, это не проблема вообще. Больше у нас, конечно, вот в чем заключается проблема, это в людях. Вот. Потому что у нас есть некоторые строения, которые не построены до сих пор. Это вот, ведем сейчас, вот не построена у нас теплица, личиночная ферма не построена у нас еще. Плюс еще развлекательные никто не построен, ничего из них не построено, да. Потому что у нас, ну вот библиотека, не знаю, у нас еще есть. Кстати говоря, даже на библиотеку надо, нам надо вот такие вот наборы для досуга. Это я полазю, на скорее полетаю в офлайне, соберу ресурсы эти, да, потому что у нас машина сейчас есть, нам сейчас будет надо построить химзавод. Давайте, друзья, этим займемся, и я думаю, что на этом будем уже и завязывать эту тему. Где наш химзавод? Нет, химзавод у нас будет здесь. Или нет? Подожди. Вот, химкомбинат. И вообще оружейная мастерская нужна, ёшки-матрёшки. И тут у нас 40 металла надо, ёу. Но все равно надо, химкомбинат надо строить, друзья. Это износ. Вон, нам надо его построить. Только вот куда его засунуть, это довольно-таки проблематичный процесс, потому что он огромный. Даже его некуда тут засунуть. Ну, давайте сюда, индустриальная зона. Здесь, значит, здесь куда-то его засунем. Вот сюда куда-то вот так. И нам нужно оружейный завод еще, друзья. Вот такую вот тему. Оружейная мастерская нужна. А вот куда его сейчас засунуть? Скорее всего, здесь сюда он залезет. Нет? Нет. Ну или сюда тогда. Да, вот сюда его засунем. Или может сюда засунуть его можно. Да, сюда засунем его, потому что на другое место нет нигде его засунуть. Некуда его засунуть. Отлично. Так, работорговцы. 40 мяса, двух колонистов, продают двух пленных. Берем два пленных. Блин, и домов нет опять. Ну ё, шкин-бантрёшки. Коммунальное жилье. Некуда тебе забубенить сейчас коммунальное жилье. Ну ладно, ставим сюда уже тогда. Раз он лазит. Да, другого выбора нету. Сюда и поставим. Что здесь надо здесь? Металл. Ой, с металлом у нас вообще, Вася, проблемы. Ладно, вот может быть это и есть. Металл продается? Нет. А может быть на глобальной карте есть металл? Но у нас тут еще карты не открыты. Нам сюда надо доехать как-то. Сколько здесь? 18. Блин, йодные таблетки. Короче, сооружаем экспедицию. Ах, Керс, сооружаю экспедицию, мне нужен бензин. Ладно, это мы потом решим. Я как построю химзавод, у нас появится бензин, и тогда мы сможем людей возить. Вот. Так что, друзья, я думаю, на сегодня мы закончим нашу серию. Вот. Так что, если какие-то вопросы, опять же, оставляйте комменты под этим видосиком. Или советы, опять же, тоже. Я, как я говорил, уже их читаю, я прислушаюсь к вам, пытаюсь сделать все, что возможно, чтобы мы нормально, максимально хорошо прожили. Вот. Если какие-то, опять же, советы есть, не стесняйтесь, пишите в комментах под видосиками любыми, да, я, конечно, вам прочитаю и тогда вам отвечу. Вот. Так что, друзья, большое вам спасибо за вашу поддержку. Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вот, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения насчет новых видосиков. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.